каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Майнер с вами, всем привет, и сегодня с реакцией на новое видео Брайан Мапса, которое называется «Рэп о дерзкой няне». Сейчас мы будем слушать рэп-чагу, ребятки, погнали! Окей. На, тварь! Хорошо, конечно, я понимаю. Окей. Он послал маму свой видеоролик. Отлично, от тебя отказывается уже пятая няня. Они прям мам, очень похожи, серьезно. Меня там ждут тел... Значит так, если я до завтрашнего дня не найду нормальную няню, это буду не я. А теперь реклама. Окей. Если некогда тебе воспитывать детей, или время ты свое не хочешь пистолета в руках. Прижигать, дерзкой няне просто набери скорей. За бабло тебе няня будет помогать. Но все няни в наше время просто ни о чем. Вообще. Бег за ребенка, сопли вытирать. У меня же в воспитании есть секрет один. Я всегда стараюсь детям как можно больше дать. Отличаю либо морды, или дать среди живот. Окей. В чулане молча маленький урод. Каждый день даю ребенку я немного унижения. В общем, отдаю тебя все постоянно, без сомнения. Я всегда на позитиве, никогда не унываю. Потому что в вашем доме я бухлишко попиваю. Меня дети обожают, должны в этом вам признаться. Когда видят, что пришла, я могут даже обоспать. Малыш не хочет, я не буду заставлять. Можешь просто на артерии на субтитры топ. Ваш ребенок будет кушать завтрак, ужин и обед. Дошек, еее, лучшая еда. Будет он уроки делать, вычитать и умножать. Даже если он младенец, мне на возраст наплевать. У меня большущий опыт в отношении. Слушайте мои советы и старайтесь соблюсти. Оп, оп. Оп, это рэпчик. Звоните по номерам, но принимаю только самых уродливых детей. Самых уродливых. А подожди, бутылки водяры. Классик. Хей, а была бутылки водки, пошли такой. И все разбилось, было мне очень. И подписывайся на канал, чтобы не пропускать самые новые видео. Ребята, ссылочка на оригинал в описании, все как обычно. Всем понравилось видео от Брайан Мапса, не забудьте прийти к нему на канал. Подписаться на его канал. А если понравилось видео от меня... Подпишитесь на меня, поставьте лайк, подпишитесь на мою группу ВКонтакте, на мою личную страничку ВКонтакте. И будьте молодцами. Всем удачки и всем пока-пока.